Упал в туалет в уличный телефон, представляете? Там, правда, ничего не видно. Сейчас будем вытаскивать часы. Мужики думают, как это можно сделать. На улице потеплело, так хорошо стало прям. Завтра вообще с завтрашнего дня 30-градусная погода. Наконец-то лето начинается. А почему магнитом не получится? Ну, он же не металлический. Почему не металлический? На этом айфоне попробовать. На этом телефоне, да, попробовать. Ну, тем более в этом. Он в чехле, как магнит он не возьмет. Через стекло. Это тоже, конечно, двухсторонний скотч должен быть такой, чтобы либо, конечно, как бы вот так. Подсечку какую-нибудь. А есть этот, может, как для вишни, нет такой, знаете, такие штуки есть. С такой штукой. Чтобы, может, ее потом как-то вот. Надо магнитик найти, пап. Ну, на, попробуй. Не, кочергой не получится, какой мам. Кочергой, там у нас только... Батя пожертвовал совком. А иначе как? А что за совок такой? Его не закрепишь, надо, чтобы... не отломиться. Не знаю. Вопрос. Придется сварить вот тогда, так, пап. Примерно. Ты уже приготовился? Так. Ваня, да. Я вот туфли-то верхние отделешь, Ваня? Да брось. Да, да не, ну как там отодрать? Не, мам, не знаю, подожди, мы сейчас будем кулибничать что-нибудь. Без радикальных методов. Так. Ну не, мама, я не полезу. Я за ноги, ты сам привяжешь мне веревкой. Не надо. Знаешь, Настя, вот туда вниз головой опустим, за ноги привяжем, веревочку опустим, ты аккуратненько вот такой возьмем, и мы тебя вытащим. Она мне страшно, нет, ребята, пробуйте другими способами. Слышь, Ваня, ну доска. А, пап, мотыгой. Мотыга это не. Как нет? Она маленькая будет с нее выпадать. Немножко вот так вот, смотри, вот так вот тык-тык-тык-тык. Вместе есть? С говном. А граблями? Нет, говном не надо. Пап, а граблями если? Граблями. Мотыга нет, вообще нет. Идеально. Нет. А граблями? Может быть, этими самыми две веревки с петлями? Нет, там как петли-то? А как, вот так вот петлю ее взять, поддеть, может, одну сторону струбу? Мы его пока петлей зацепим, мы он его свалится. Топим там. Ну да. Слышь, пап, может доски, правда, отбить? Ну, мам, нет, это же какой-то способ, не это, не... Ну ладно, я пошла. Давай. Так. Пацаны пришли на помощь, да? Их связываем и опускаем. И мясо кусок туда привязываем. Два метра, так. Я мотыга воспользовалась. Мотыгой, во-первых, не достанет. И длинная палка. Мотыга, вот длинная палка. Тут... сделать петлю, и петлю как-то вот, когда он подтянет, вот так вот, как-то зафиксировать. Нет, я бы взяла как длинную палку и мотыгу. И мотыгу положила, и так вот длинной палкой на мотыгу телефон бы закинула. Вот мы сейчас опустим. Ну? На веревочке. Ну. Длинную палку. Ага. И его подвинем на это. Ага. Ну хорошо. А так он раз и выпадет. Да? Станем поднимать. Да, выпадет. Он выпадет. Значит, надо что-то жесткое сюда привязать. Либо мотыгу. Мотыгу нет.
Моя идея не прокатывает. Мотыги нет, сейчас придумаем что-нибудь. Мотыги все равно мало будет. На-на-на-на. Потом я у тебя буду ассоциироваться с какашками. Нет, я не полезу туда. Я полезу, что? Я не полезу. Полезу сам. Чем привязываем? Сейчас привязываем. Веревка бесполезна. Она будет выкручиваться, веревка. Может, скотчем? Или изолентой? Сейчас... Сейчас мы еще потеряем и это. Настя, сходи у матери, спроси скотч. Не, низ не взяли. Не вижу я. Луч света не туда падает. Видишь сейчас? Мне сейчас бумага не... Аккуратно. Не вижу луч. Не туда светит. Есть. Подтянули. Вот так. Туалетной бумагой прям. Так. Одна в сторону, да, чуть? Не вижу. Сейчас может свалиться. Да-да-да, подтянули. Ой-ой-ой. Аккуратно. Да, сейчас может луч не туда бьет. Нельзя его как-то это самое на край? Чтобы не свалился. Так-так-так. Аккуратно, не торопитесь. Подожди. Есть. Ой, вообще. Ужас просто. Бать, ты молодец. Ты вообще мой кулибин. Вот. Нормально. Что бы сделал бы? Нырял бы туда. Какой ты молодец, а, Батянечка. Ой, а запахи такие. Кисон. Теперь будешь отмывать.